Здоровье отлично, состояние тоже нормальное. Конечно, немножко тяжело было набрать форму, потому что я, как знаете, без команды сейчас. Но да, и мне немножко тяжелее, чем всем ребятам, но я, в принципе, ну, вошел в форму. Чувствую себя нормально, да. Шансы очень хорошие. Насколько мы знаем, там не будет ихнего черного парня большого, который играл за них. Да, да. Но в основном все игроки будут, остальные местные их ребята. Ну, шансы у нас неплохие. Приедет Ботрайт, усилит нас. Единственное, насколько я знаю, не при центровой наш большой Фишер Люк. Он сломал палец на игре вчера. Ну, это, конечно, потеря большая. Ну и очень плохо то, что не приехали Артем Тавакалян, Чевичан, Макартычан. Как бы будет тяжелее. Но шансы есть. Я честно не знаю команду Дании, какая она из себя. Но они Берзилы будут, скандинавы. Ну, если бы у нас был бы наш полный состав, который был летом, вопросов бы не было.